у нас там отсчет 2-1. Яндекс тоже начинает, на самом деле, чуть раньше. Все не зря. Владос, Владос, глянь контакт. Это? Да. Ключи. Опа, опа. Не-не, подожди, подожди, подожди. Короче, да, идет конференция Яндекса, Wylsacom смотрит и комментирует эту конференцию. То есть и еще одна конференция, как бы, вот надо ее провести. И тут маленький есть блок того, как он обозревает наш видеоролик. Ёкарный бабай. Слушай, сейчас прям неловко стало. Крутяк. Две недели назад ты его снимал. Неделю назад. 1850. 3 дня назад мы его снимали и отдали им в этот понедельник. Давай, ладно, давай, давай тебя глянем. О, давай, поехали. На тебя похож через 10 лет. На тебя похож через 10 лет. На Сашку похож. На тебя похож на через 5 лет. На тебя похож через 2 года. Ты мою сторис видел, я бегаю. С помощью Алисы. Сейчас я покажу вам, как это тихо работает. Давай. А мы уже посмотрели. Где? Тихо-тихо, наш видос начался. Пицца. Какую пиццу вы бы хотели заказать сегодня? Супер папа. Блин, короче, я 2 дня назад смотрел этот видос. 2 дня назад первый раз смотрел видос, Владос его недавно снимал, и так как я не в продакшене, я их смотрю очень поздно. Действительно, то есть в продаже каков Саматовский, но он не в продакшене. Ну у нас же про это там дуть всего, ну все. Дуть. Ну в смысле, они же подумают, как будто я не с вами. Я с ними. Он не с нами. Традиционная. Выберите размер. Мы тут операторскую ось сломали, если что, ну все сломали. Операторскую ось, говорю. Ну, видишь, пожалуйста. Я вообще поугарал бы то, что вообще его непонятно. Подожди, а кто это вообще? Еще раз, это Крис, владелец российской сети Papa John's. Это если не официально, официально, я не знаю, как у него, короче, соответственно, звонит. Папа на традиционном тесте, большая, 30... Че? Как это работает? Блин, вот это cool to action, заметь. Да, да, мне да, как да, бы... Да. Ты потратил на сколько времени, чтобы снять этот видеоролик? Окей, времени нет, сил, да. Нет, ну сколько? Ну день это был съемка. День, это был один съемочный день, и считай, один съемочный день монтаж. Все. Короче, мы сейчас заключим конец, так. До конца дойдем. Так. Но даже без концовки это уже так. Классный рекламный формат. Потому что ты у зрителей, да Wylsacom, это просто символизм. У зрителей ты вызвал интерес, он захотел взять Алису, конечно, не пиццу он, заказать. Он перестал смотреть мой видос. Уточните, пожалуйста. Интерес, блин. Чё, подожди. Почему вообще надо? Тут софа чист, камера. На самом деле, мне самому бывает скучно смотреть видос Влада, я просто об этом не говорю. Да, поэтому он не в этой да компании. Да, Софья, классно, и пошла графика. Гребаные нейросети. Я да не делал? Вы заказали на 1038 рублей. Все верно? Да ему пофигу. Реально, прикинь, бахнул софача, она говорит, очень похоже, ладно, что это Wylsacom. Ёкарный бабай. Бонжурный Папа Джонс. Да ему вообще пофигу, что там происходит. Слышь, Вилс. Слушай, сейчас прям неловко стало. Конечно, ему неловко стало. Вообще, Папа Джонс красавчики. Они засветились не просто на Яндекс.Конференции, счет то, что Вилс обозревал. Ты заметил, как они в диджитал полезли? Да вообще. Яндекс.Конференция. Сейчас... Блин, ну это сейчас все лезут в диджитал. А ты заметил, что видосы везде используют? А это к теме, что видосы будут везде и всюду. Что? Да, смотреть блог здесь, если кто не видел, да? Ну, крутяк. Крутяк. Но повторю, история классная. История о том, чувак, как наш паровоз едет быстрее нас. Умрите, человеки. Ну, это действительно круто. В общем, тема в том, что этот ролик был, по мне, он был простой. Да. И он решал какую-то мелкую задачу. У нас были похожие темы со Сбербанком. Мы также для конференции делали видеоролики. Так. Но тут оказалось, что... Несложная внутренняя задача. Да, не то, что несложно, но как бы реально. Это не 2 месяца подготовки, но какой выхлоп просто, какой результат. Следующее место было там Google конференция? Нет, чувак, следующее место я в Америку к Овечкину лечу. 3-2-1, влоги вернулись. Ждите телок, ждите вечеринок, ждите проектов. Потому что по-другому у нас не бывает. Ждите интернациональных продюсеров и новых личностей на этой студии. С вами был Хохлов, Саматовский и Женечка. И продакшн студия. Ага, и список наших клиентов. Да, да, да. А их не видели все равно.